cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 83-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке я хочу вам показать интересный виджет, который позволяет управлять размером текста прямо на вашем лендинге. У нас имеются две кнопочки «плюс» и «минус». Мы можем кликать по «плюс», и вы видите, шрифт у нас увеличивается. Также можно уменьшать шрифт до совсем маленького размера и даже чтобы он у нас скрылся из вида. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Берем инструмент «Текст», пишем какой-то текст. Дальше идем в библиотеку виджетов, вытягиваем виджет и смотрим настройки. Нам нужно вот верхний параграф «Style» скопировать и назначить для того текста, который мы хотим управлять. Выделяем наш текст, идем в стиле графики и создаем новый стиль. Вы уже знаете, как это делать. Вставить и окей. Все, наш текст уже будет управляться. Дальше кнопочки. Кнопочка плюс-минус. Заходим внутрь. Дальше, какие здесь интересные параметры. Вот где написано минус бутон ширина, минус бутон высота. Вот здесь и здесь вы меняете значение размера кнопки, именно для кнопки, которая с минусом. Левая кнопка, да? Дальше. Бутон вот ниже плюс ширина и плюс высота. Соответственно, это размер кнопки для кнопки, которая с плюсом. И дальше бутон бэкграунд, то есть заливка нашей кнопки. Вы видите, она у нас серого цвета. Здесь вы меняете цвет на свой, да? Виджет у нас старый, поэтому сразу поменять цвет не получится. Нам нужно узнать код цвета, который мы хотим сделать заливку для кнопки. Заходим внутрь, button background, оставляем решетку, а код цвета меняем на свой. Сейчас виджет обновится, вы увидите, что цвет вот заливки сменился. А дальше там плюс-минус у нас белого цвета на кнопочке, это тоже можно поменять на свой, потому что на желтом их практически не видно. То есть следующий button color, как раз белого цвета, да, видно вот FFF, это белый цвет. Идем опять в палитру и берем какой-то код цвета свой. Вставляем его здесь. И button color hover, это значит при наведении на кнопку, какой менять цвет. Вы уже сможете сменить это уже без проблем. И давайте посмотрим в браузере. Вот у нас с вами, вы видите, у нас с вами все работает. Прибавляем, убавляем. На этом урок закончен, и увидимся с вами в следующем.